Всем-всем привет, мои дорогие! Рада, что вы заглянули на мой канал, и сегодня у меня посылки с Алиэкспресс. Первая посылка. Здесь две ветки цветов. Желтая и сиреневая. У меня такие веточки висят в беседке. Ну вот, я заказывала очень давно, и старенькие, они немножечко выгорели. Выгорели, и когда был ветер, мне две ветки порвало. Поэтому я заказала себе свеженькие, новенькие. Сейчас мы их посмотрим, где тут они запечатаны. Вот такие вот яркие. Я раньше заказывала все какие-то светло-розовые, и вот они выгорают очень быстро. Поэтому лучше всего заказывать яркие цветы. Тогда их как-то на дольше хватит. Нитка эта написана, что она 2 метра 40 сантиметров. Я ее сейчас измерять не буду, потому что я первый раз, когда заказывала, я измеряла. И они всегда соответствуют своим размерам. Посмотрите, какие они красивые. Здесь 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 розочек. 9 розочек. Ну и листики, конечно. На концах каждой веточки есть вот такой вот, ну такой кружочек, который потом цепляется на гвоздик. Давайте посмотрим вторую. Заказала вот такую вот фиолетовую, яркую. Такую вот темненькую. Что-то мне этот раз захотелось. Кстати, я еще заказала еще и красную, но она почему-то не пришла пока. Ну, я думаю, что придет. А здесь 2, 4, 6. Здесь тоже 9 цветочков. Тоже 9 цветочков. Все они немножечко, конечно, листики помятые, но ведь запакованные. И когда они повисят, они разгладятся. Вот такие вот две красивые ветки пойдут у меня в мою беседку. Так, следующая посылочка. Следующие посылки. Нижнее белье. Первый раз я заказываю трусишки. Все как-то не рисковала. Думаю, не подойдет. Но тут как-то так четко было написано, расписано по размерам. Написано, правда, хлопковые. Но по качеству здесь, конечно, не чистый хлопок. Здесь добавка синтетики. Но я люблю синтетику, я не люблю чисто хлопковое белье. Ну вот, ну не люблю я просто хэбэшку такую вот. Я люблю, чтобы было немножечко такое вот гладкое, скользкое и не очень сильно растягивающееся. Вот такие вот трусишки. Ну вот, я заказала 2 XL, боялась, что вдруг как бы не были они малы. Там написано, что 100 сантиметров по объему, а на XL 90. И вот сейчас я смотрю и думаю, что мне надо было бы лучше заказать XL. Потому что как бы то они в процессе носки не стали растянутые очень. В принципе, мне очень нравится вот это вот кружевце вокруг ноги. Здесь тоже сделано такое незауженное, хорошая серединка. И высота плавок не очень маленькая. То, что нужно в моем возрасте, чтобы подтягивать немножечко лишние килограммы. В принципе, плавки мне понравились. Я заказала себе бежевые. Когда-то я любила только красный и черный цвет, носила только такое белье. Но с тех пор, когда стала носить белые сарафаны, прозрачные, то под белый сарафан лучше бежевое белье. Белое, оно очень яркое, оно такое вот
очень дает прозрачность под сарафаном. Вот видно, вот именно что видно. А бежевое, оно сливается с телом. И очень хорошо как-то так вот. Ну вот, вот пример. Вот под белой моей кофточкой бежевое белье. Я считаю, что как раз это неплохо. В следующий раз закажу обязательно XL-очку. Качество мне понравилось. Открываем следующую посылочку. Конечно, я распечатала, чтобы побыстрее это все было. И в этой посылке, это не для меня, для моей приятельницы, это нижнее белье боди. Вот такое вот красное. Из кружева. Мягкая чашка. Здесь никаких нету вставочек. Внизу тоже нет ластовицы. Просто так сделано. Высокая вот эта вот пройма. На талии, ну вот, не видно, но как бы ощущение здесь резиночки. Шлеечки. Сзади идут крест-накрест. Так, как-то я тут держу. Ну, вот неудобно показать, конечно, потому что она вот так вот они перекрещиваются сзади. Сзади глубокий такой вот вырез, как просто трусики. И вот такая вот красивая вещь. Кружево плотное, хотя оно такое вот, в смысле, пружинит очень хорошо. Хотя вот тоненькое, и летом, если одевать его под какое-то платье, чтобы скорректировать так вот фигуру, то я думаю, что жарко не будет. Небольшая вот такая вот этикеточка, 2XL. Надеюсь, что по размеру оно подойдет. Вот, ну, вещь такая вот красивая, девочки. Примерить, конечно, я на себя не могу, потому что, во-первых, это не мой размер, оно боди большое. А во-вторых, даже если бы это было и на меня, то я навряд ли бы стала на камеру это примерять. Ссылочку я вам, конечно, оставлю. Вдруг кому-то тоже такая вещь понадобится. В принципе, такая вот. Здесь вот такая вот бирочка красивая. Красивая вещь, приятная, на ощупь приятная, не колется. Кружево это не колется. Оно мягкое, мягкое, приятное, нежное. Очень для тела будет приятно. И надеюсь, что именно будет корректировать фигуру где-то под платьем, чтобы не было никаких там лишних выпуклостей. Решила сделать вид сверху, как это смотрится. Целиком, чтобы вы видели, как это выглядит, вот это нижнее белье. Вот такое вот оно. Вот так вот оно выглядит. Очень красивое. Очень качественное. Красота вот такая. Там есть еще черное. И, по-моему, еще, кажется, синее есть. Так что, если кому-то надо, ссылочка будет под видео. И последняя посылка достаю с содроганием, потому что это обувь. Разрезала, конечно, уже все. Расклеила. Заказывала, как всегда, 37 маркировку. Вот такие вот шлепанцы. Здесь и между пальчиков, и бантик. Помялся, конечно, бантик. Он тут как-то приклеен. Подошва мягкая. Надеюсь, что она не треснет, не лопнет. Здесь тоже приятно, но сейчас будем мерить. Сейчас будем мерить. Примерять. Прошлые шлепки мне хорошо подошли. Тоже маркировочка была 37-я. И я в надежде, что всегда мне это все подойдет, я заказала еще одну пару таких вот шлепанцев. Ну, еду не еду, а такие шлепки они нужны. Я думаю, что даже если во дворе, они сносятся, потому что в этом году мы чаще будем гулять по своему двору. Вот.
Вот такие вот, девочки, посылочки у меня. Я все ссылочки вам оставлю. Шлепки мне понравились. В принципе, понравились. Главное, чтобы они мне подошли. Сейчас я их примерю. Входит нога очень плотно. Видите, даже не хочет туда дальше идти, но я думаю, что эта ткань, она растянется. Ой-ой-ой. Очень плотненько. Вот, сейчас я поднимусь. Ну, что сказать. Шлепанцы прямо немножечко как бы-то маломерят. Или, может быть, здесь вот остается кусочек. Я думаю, что если растянется, нога пойдет вперед. Ну вот она уже как бы-то продвигается. И тогда будет вот так вот. Но я не люблю, когда... Мне больше нравится, когда немножко пятка висит, чем если будет вот так вот, допустим, оставаться сзади вот такой вот кусок. Но поносим, посмотрим, как это будет выглядеть, потому что, в принципе, ну вот хочется туда ноге пролезть немножечко вперед. Я думаю, что бантики эти расправятся потом. Ну, а так вот удобно. Удобные, мягкие, удобные шлепанцы.